Как много ненужного скопилось в квартире, Ольга осознала лишь при переезде. Девушка уверена, мусор можно не выбрасывать, а отправлять на переработку. Теперь у Ольги всегда 3 пакета для мусора. Мы разделяем мусор на пластик, на бумагу и на металл. То есть все, что каким-то образом относится к одной из 3 категорий, попадает ко мне на балкон в 3 разных пакета и дожидается своей очереди на вывоз. Я начала сдавать мусор, это так как-то увлекло меня. За отходами приезжают волонтеры экологического проекта «Круговорот». В течение 2 недель они собирают заявки, а в выходные забирают мусор и отвозят на переработку. Интересно, что ребятами движет некоммерческая выгода. Они прививают культуру сортировки мусора и искренне хотят сделать свой город чище. На самом деле, каждый активный тюменец может стать частью нашей команды в той или иной степени, где-то помочь просто сдать, где-то повесить тот же плакатик. Это уже большое дело, и все вместе можем сделать больше, чем даже 30 человек, которые работают сейчас. Сортировкой домашнего мусора занимаются примерно по 150 адресам. В основном там живут молодые семьи. Школьница Яна взяла сортировку мусора дома и в школе под свой контроль. У нас всегда, когда вот смотрят, что в ящиках, то, что не надо, откладывают наверх ящика. Я это собирала, еще в классе много бумажек находила, тоже собирала. Сама много газет использовала, там у бабули брала. Буквально несколько дней назад ребята получили свой первый грант от администрации города. Теперь они намерены наладить утилизацию батареек и энергосберегающих ламп. Расходов на самом деле много, сейчас все держится на голом энтузиазме, а за многие вещи нужно платить, и мы очень рады тому, что есть вот первая поддержка в виде этого гранта. Надеемся, дальше будет больше. Отдельный проект ребят из Круговорота – сбор макулатуры. Волонтером здесь может стать каждый. Достаточно установить в подъезде коробку, куда соседи будут выкидывать рекламу из почтовых ящиков. Анастасия Яковлева, Рафа Юпов, информационное агентство «Тюменская линия».